как музыка. Есть еще нечто, что нельзя увидеть глазами, живущее глубоко внутри тебя. Эмоции. Вы имеете в виду чувства? Чувства — это всего лишь чувства. Они на поверхности. А эмоции, они очень глубоки. Первобытны. Они надолго. Всем привет, ребята. Ну вот, что могу сказать. Сегодня выдался ветреный, но солнечный денек. До этого дожди были. Я вот сейчас гуськом, как можете видеть впереди, гуськом идем до намеченной точки, где начнется наша прогулка, приключение. Не знаю, что даже еще будет, но, наверное, может, что-то найдем. Приятного просмотра. Оп! Вот, ребята. Первый сигнал, смотрите, с охраны каком. Вообще бомбический. 1914 год. Прям в идеале. 1914 год, ребят. Ну, здесь, кстати, вот домик стоял, видно. И все, железо. Сейчас здесь походим. Причем зацепил его на программе поле спокойненько. Вот так вот. Ну, стопроцентный, вот он. Сигнал уверенный. Должна монет, ребят, прям быть тут. Прям без изменений. 94-95, кажет. А, где-то тут. Так, сейчас... попробуем с вами ее найти. Ну, вернее, не попробуем. Надеюсь, все-таки это будет, ребят, монета. Прям очень надеюсь. Но должна быть. Ага. Что-то выпало. Вот что значит без пина. У нас тут все. Вот она, я же говорю. Где она? Сегодня я рукожопый какой-то вообще. Капец, только что, блин, было. Прям лежало. Ёлки-моталки. Офигеть. Жуть, а. Вот она. Ну, я же говорю, я просто ее видел. Короче, долго я ее искал, правда, очень. Тоже что-то Николаевская должна в сохране быть. 2 копейки, ребят. Тоже, да, в сохране, 906 год. 2 копеечки. Вот так вот. Вот так вот. На мусор реагирует, как жутко. Вот здесь, ребят, какой-то сигнал. Ну, высокий, но это не монетный. О. О, вот что било-то. Пластинка какая-то. Вот так вот. Да ладно. Вот она, ребят. Правда согнута, но колечко. И она серебряная. Конечно же, она у нас ЮМПРская. Да, вон 84-ка стоит. Наверное, колечко. А может, и не колечко, кстати, быть. Сейчас. Что-то... попробуй, надо прозвонить. А, нет, даже это не колечко, это... ребята, это что-то... какая-то застежка была, это украшение, что ли? Вон она. Вот такая какая-то застежка. Ну, это серебро. Вон. Пробы стоят, все. Вот так. Вот сейчас надо прозвонить. Может, остальные запчасти есть. Какие-нибудь, не знаю, что это такое. Ну, серебро. Ну все, ребята, вот на мусорке еще одна копеечка тоже сохранит, смотрите. Сейчас все бомбуски. Пока без серебра, но... о, сохранище, фотку потом приложу, прям их отдельно. Земля черненькая, 1899 год, душечка. Шикардос. Красота.
Для любителей и профессионалов магазин металлоискателей грунтовик.ру. Большой выбор металлоискателей от ведущих мировых брендов. Катушки, аксессуары, запчасти, акции и скидки. Быстрая бесплатная доставка от 10 тысяч рублей курьерскими службами. Различные способы оплаты, включая оформление в кредит. Покупая в магазине «Грунтовик», вы получаете 100% оригинальную продукцию и гарантийное сервисное обслуживание в официальном сервисном центре. Интернет-магазин «Грунтовик.ру». Найди свой клад. Вот она. Вот она. И-ха-ха, где? Вот. Кругляшочек-то, ребят. Ух ты, нихера, копеечка павловская. Да. Копендосик. 1799 год. Песок. Здесь, видите, отошел чуть. Там на фундаменте николаевский. А здесь... Чуть лесочки, смотрите, состояние. Вообще капец. Красота. 1799 год, копейка. Ребят, даже не знаю где. Что-то даже в рацию никто не откликается, наверное. Километров на 5, что ли, разбежались. Вообще тишина, один. Орал-орал в рацию, вообще даже шипением не откликнулся. Хрен знает. Я тем временем сел перекусить. В общем, давай. Походу сегодня, ребята, изумительно. Походу просто бомба. Ладненько, все. Приятного аппетита. Есть кто живой? Прием, прием. Урий, Урий, на связи, Урий. А в ответ тишина. Да, интересно даже. Ха, ну что, пацаны, вот дыжняк потихонечку идет. 1899 год, десятничек. Еще серебрушечка. Тут, короче, копаюсь, получается, вот на фундаменте. Вот здесь камешки идут немножко. Здесь фундамент. Вот был. Вот сейчас вот здесь топчусь. Где, по сути, и начинал топтаться. Сходил туда в лес. Одна монетка и больше ничего, вернулся на фундамент. Онлайн-сигналы, ребят, сейчас уже не снимаю, особо некогда. Вот, решил сразу оптом показать, практически рядом лежали. Вот. Две вот такие вот пломбочки. Они прям вот рядом лежали. Прикольные, че. Ну, обе имперские стопудово. Одна большая, другая маленькая. Вот так вот. На пано. Кстати, это, по-моему, вообще на иностранном. А, не, на нашем, по-моему. Или иностранщина. Не вижу. Плохо видно сейчас. Не, по-моему, иностранщина какая-то даже. Ну, фиг с ней, короче. Пломба и пломба. Ну что, не прошло и года. Смотрите, кто это у нас тут? А это у нас еще, ребят, десятничек. Это уже, получается, 905 год. Не прошло и года, можно сказать. О, ветер поднялся. 905 год. Шикардос. Вот серебро поперло, да? Хорошо. Юху! Что-то два сигнала. И там, и там. Так.
Нет, здесь все. О, вон что-то. Ребят, перстак, походу. Да, да, целый. Перстачел, нихрена. С узорами. Ха-ха-ха-ха. А, перстак. Позолоте, походу, вообще. Что ли? Или, блин, в серебре, я что-то не пойму. Блин, ребят, или в серебре, что ли? Походу, в серебре вообще. Да, он очищается так интересно. Смотрите. Здесь вообще он как аж заблестел весь. Охренеть. С узорами. Весь по кругу. Вообще жуть. Ладно, сейчас помою, просмотрю его получше. Офигеть, смотри, здоров. Вверх, вот здесь только чуть сломан. Там еще какой-то сигнал. О, ребятушки, серебро. Жаль, не целое. Офигеть, серебряная серега была. О, сегодня серебро прет прям дурниной. Даже камешки остались маленькие. Сейчас второй сигнал. Тут какой-то еще, ребят, сигнал был. Сейчас еще второй тогда будем выкапывать. Прям с черниной, но... Не факт. Не потому что. Топчусь прям на фундаменте получается. О, керамика пошла вон. Фарфоровая, точнее. Вон. Кирпичи. Вот. Всякая, короче, фурнитура. Идем. Вот он, двадцаточку, честно говоря, показываюсь. Кстати, копаюсь на мусоре, представляете, а работаю на поле. Так и не менял. Ну, по-любому здесь надо шурфить. Столько монет уже. Опа. Яму, кстати, выкопал, блин, это. Большую. Сейчас покажу, там еще железку выкопал. О! Крестик. Крест! Наконец-таки, Горек. Я говорю, наконец-таки крестик. Я говорю, крестик, говорю, наконец-то. Ух ты. Да, ребята, это Петровский кресток-то. Да. Петровский кресточек. Вот так вот. Вот оно фундамент. Да, 18-й. Петровских времен называют их. 18-й кресток. Ху-ху, красота. И тут вон что еще валялось. Там железо, звенит. Перемешку. Вот фигня какая-то. Она тоже в цвет бьет. Тоже что-то старое. Может, типа зубило было. И вот тут, считайте, перстень с одной ямы. И тут следом, смотри, сигнал был такой. Ну, он как бы цветной с черным, но цветной хороший выделялся. Соответственно, это почему я копал. Видите, крестик еще рядом. Оказался, ну, глубже, чем перстень. Вот так вот. А, ребят, да, это запчасть была самоварная. Тут вот еще вот такая вот фентифлюшина. Только что прям попалась. Берем. Охренеть, ребята. Сигнал, конечно, был вообще.
бомба. Это, походу, это от мины, наверное, что, не знаю. 38-й год. Такая хрень. Думаю, что там так прям сигналит вообще. Прям очень хорошо. Да, скорее всего, это от мины. Внутри остатки что-то там были. У них как бы не шарюсь. Не шарю, точнее. Типа замедлитель, может, какой-то или что-то еще. Ну, мне фигня нафиг не нужна. Естественно, мы ее вот здесь оставляем. Все, идем дальше. Так, вот, короче, ребят, снимаю с экшн-камеры. Надо было прибор выключить. Короче, вот столько. Ну, кроме Павловской копейки, остальные все Николай II. Монетки много чего не снимал. Ну, вот так вот. Ну, то серебра сегодня. Две монетки, серьга. Какое-то там, не знаю, колечко было. Вот так вот. И вот, ребят, на такой прекрасной ноте стою на краю, так скажем, овражка. Такие вот рельефцы вообще, ну просто красота заглядения. Свежий воздух, легкий ветерок, сегодня тепло, погода сегодня просто зашибись. Погуляли сегодня мы в удовольствие, монет целую кучу нарыли. Сейчас я вам их показывал, там уже эти монетки. Соответственно, это, ну много каких даже не снимал. Просто было некогда. В общем, банально просто было некогда. Все, ребята, хочу попрощаться. Сейчас выдвигаемся в сторону автомобиля. Спасибо за просмотр. Не забываем, конечно же, подписываться на канал, кто впервые на канале, ставить лайки. Все полезные ссылки под этим видео в описании. Ну а вам кричащего здоровья и до новых встреч. Пока-пока.